Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим электрический духовой шкаф бренда Kata, модель SE6204X. Давайте для начала рассмотрим габаритные размеры данной модели. Ширина внешняя 595 мм, высота 595 мм. В глубину шкаф будет уходить у нас на 507 мм. Высота по задней части, по внутренней, 583 мм. И ширина 554 мм. Шкаф выполнен из нержавеющей стали с панорамной дверью. Дверь у нас будет стекло с ручкой из нержавейки. Оснащен шкаф четырьмя функциями. Управление механическое. Классическая функция верхний и нижний тен. Гриль. Нижний тен. И подсветка. Также температурный диапазон меняется у нас также механически. Минимально 50 градусов, максимально 250 градусов. Обратите внимание, панорамная дверь, через которую легко наблюдать за готовкой, за приготовлением пищи. Дверь оснащена двумя стеклами. Их также можно легко стекла снять. Достаточно открутить два винта. Вынимаем стекло, обслуживаем, моем, устанавливаем на место и закручиваем заглушки с двумя винтами. Внутренний бак выполнен у нас из эмали легкой очистки, эмаль абсолютно гладкая. Внутренний объем 65 литров. В комплекте у нас идет противень. Также по краям есть салазки для 5 уровней установки противня по высоте. В общем и целом шкаф очень интересный. Такой необычный дизайн, нержавейка с панорамным остеклением двери, очень неплохо смотрится. Также в комплекте вилка не входит, обратите внимание. Два провода фаза 0 и заземление. Пользуйтесь техникой бренда Kata.